Приветствую всех на канале Game One. Наконец-таки ребят открыли у нас права на базу и позвали к себе игроков, которые теперь будут со мной часто играть. Надеюсь, мы с ними подружимся. Очень приятные люди, поэтому надеюсь, они останутся со мной надолго. Поэтому сразу же мы решили вызвать волну. Раз теперь можно приглашать друзей, то попробуем отбить волну с друзьями. Очень приятно просто наблюдать за ними, просто все вместе убивают зомби, довольно-таки быстро все это получается. Реально приятно играть с друзьями, с ребятами, особенно этими. Очень приятные оказались, реально. Я думал, ну я боялся раньше звать к себе людей. Реально, думаю, вы тоже понимаете, почему. Поэтому не хотел никого звать, но потом я застрял на сервере с Азаматом. Я его пригласил. И мы с ним застряли на одном сервере. То есть я не мог его забрать, у него права, ничего не мог делать. И из-за этого я научился людям доверять. То есть у меня много вещей пропадало из дома. Конечно же, я думал все на Азамата, что он забирает или что-то делает. Но в итоге оказалось, что это я сам. Ну вот так вот. Прошло несколько недель с ним. Пришлось мне ему довериться. И благодаря этого я уже научился как-то игрокам доверять, я решил всех позвать, оказалось, что не ошибся. Все оказались довольно-таки добрыми, дружелюбными, поэтому, надеюсь, им долго будем играть. Очень легко, тем более отбиваем волну. Очень легко, чем турели, намного легче оказалось. Это, представьте, 4 контрапа поставил, у которых максимальный урон. Это реально вот так и получается, игроки. Вместо турелей с друзьями играть намного приятнее. Итак, снова тоже, не знаю, поскольку счет волна. Вчера я не смог отбить волну соло. Хотя я максимально быстро пытался убивать всех, максимально включал турели. К тому же у меня все было по максимальному. Ну все же, я не успел отбить волну, совсем чуть-чуть мне не хватило. Поэтому сегодня узнаем, как быстро мы сможем отбить волну. Нас сейчас четверо, пятый игрок, к сожалению, не смог зайти, но думаю, позже он сможет как-нибудь с нами тоже отбить волну. Но пока что четверо нас хватает, вполне убиваем довольно-таки хорошо. У меня было в планах включить турель тоже, чтобы она тоже помогала, но она будет попадать в нас. Поэтому мы его, их обоих оставим на босса, турели на босса ставим. Поэтому думаю, босс тоже слишком быстро придет, чем должен, потому что слишком хорошо мы уже здесь отбиваемся. Они к тому же не успевают нормально фундамент ломать. Слишком быстро пропадают они из-за нас. Так, просто так, собака. Я так и знал, что я не мог ее найти. Так и знал, что она нас убьет. Так, кстати, порезка, мол, заспавнимся. Так, с ней туда заспавнимся. Я заспавнился к себе на второй этаж. Так, киляемся и идем по-быстрому. А то все пропущу. Реально, отбивать волну очень приятно. Намного приятнее оказалось. Попробуем максимально прокачать парковку, максимально игроков к себе позвать и все вместе дружелюбно, так скажем, будем играть. Ну, попробуем что-нибудь сделать. Интересно, что можно, наверное, еще, наверное, на босса, на танк всякое можно будет попробовать. Все попробуем вместе. Поэтому, думаю, будет приятно, чем одному. Ну, это то, что они уже столько всего нафармили, они почти всю карту нафармили. Это тоже довольно-таки неплохо. Так, у меня автоприцел наводится. Вроде он у меня выключен, но не знаю, почему он наводится на него, на соклановца. Это довольно-таки плохо, потому что его можно стрелять. Кстати, так и, может быть, он меня тоже один раз попал, давайте. Так, с помощью прицеля. У меня наоборот выключено. Не понимаю, как это работает. Если открыть, она все равно он будет наводиться. Ну, пускай будем стараться не попадать в него. Разок он меня попал уже. Ну, попробуем не попадать в него. Так, ну, вообще никого не осталось. Так, на этот раз они уже смогли сломать пару фундаментов. Покоцали, покоцали и добили. Ну,
Их тоже мы сейчас починим. Будет все хорошо. Так, волна почему-то долго спаунится. Так, давайте полечимся, раз у нас есть лекарство. Так, одна собака бежит. Она по-любому заагрена на меня. Да, она на меня заагрена. Так, с ее мы убили. Где вторая? Вторая тоже на меня, может? Нет, она уже на него. Понятно. Так, с собаками убили. Все, можем отбивать уже волну. Нам сейчас реально ничего не страшно. Мы можем даже брать револьверы и с ними отбивать волну. Нас уже с силой не возьмешь. Довольно-таки хорошо. Я представляю, какого будет отбивать волну десятерем. Вообще, на изи все это. Даже сейчас очень легко. Даже в дуо было намного легче, чем соло. Потому что всегда мог полагаться на друга. Так, вот и с тесаком своего же ударил. Так, поднять... А, понятно, мы не сможем его поднять, к сожалению. И почему-то у меня пропала Тима. Слева у меня должна быть Тима, где я мог бы добавить его. Почему-то она пропала, как я вызвал волну. Жаль тоже. А то понять мог бы его. Хотя лучше здесь не понимать, если кого-то нокнул. Лучше всего не понимать, пускай заново спавнится, чтобы хп хотя бы было полно. Да, смотрите, опять у меня навелось на него. Хорошо, что собаки не на него заагрились, а на меня. Так, урон у них тоже довольно-таки большой у собак. Довольно-таки сильно меня покоцали, хоть у меня костяная броня. Так, толстяки опять фундамент взрывают. Так, он с тесаком хочет их убить, ну пускай. Хотя смотрите, как можно делать. Два выстрела могу делать, и с тесаком он ударяет и убивает. Чем, ну, это по одному патрону сэкономит. И все. Так, даже егерей мы убиваем довольно-таки легко. Все вместе. Так, это почти труп. Так, какая уже по счету волна. Я до сих пор не знаю, сколько, в общем, волн. Вообще не считал их, потому что нет смысла, я думаю, посчитать. Хотя было бы, хотя не знаю, может, на таймере показано или нет. Давно я таймер не видел. Мне сказали, что если теперь зайти в игру, то таймер появится, но... Смысла нет теперь заходить, потому что мы все равно раньше времени все это делаем. Так, собака, иди сюда. Хорошо, что у них меньше хп. Так, так, это уже не я его вырубил. Но тоже печально. Ему приходится из-за нас сползти. Надеюсь, он не обижается. Все же это было случайно. На него прицел у нас наводится. У него тоже, думаю, на нас прицел наводится. Ему, наверное, сложнее, потому что... Настрой, он может любого попасть. Но, надеюсь, он не обижается. Все же это не специально все это делаем. Так, давайте по-быстрому убьем егеря. Так, у него вообще хп не осталось. Немного, если прокачать урон дробовика, будет хорошо. Талант нужно немного прокачать. Тогда будет все прекрасно. Так, очередную волну мы отбили. Думаю, вот-вот уже босс появится, еще пару волн, и уже будет у нас Ег-мутант. Так, смотри, как просто на него наводится, здесь уже без вариантов. Надо в игру заходить, включать и выключать, думаю, и перестанет там наводиться. Хотя я хотел его добавить в клан. Так, собака кого-то убила. Так, откуда сюда столько толстяков бегут? Сломали фундамент. Довольно-таки жестко. Хорошо, что от них взрывом урон нам не идет. Он даже не успел подойти и взорвался. Ладно. Пускай. Так, давайте эту толпу отобьем. Попробуем включить турель просто. Посмотреть. Так, она вообще не туда стреляла. Так, немного пускай поубивает. Не, ей тоже, смотрите, приходится реально много стрелять. Больше, чем должно стрелять. Если бы она убивала тоже там с пару пуль, ну, либо столько или столько у нас уходит с калаша, было бы хорошо. А то она реально стреляет по магазину в каждого. Для этого, если бы она хотя бы была бы фулл заряжена, тогда было бы намного легче. Ну, для этого тоже требуется порох. Слишком много уж пороха уходит. Особенности металла слишком много уходит. Металла у меня, конечно же, не было. Сейчас шкаф... И печки вроде бы более-менее такие заполнены.
Так, стой. А, вот уже босс пришел. Давайте резко зачистим последних зомбарей, чтобы уже на босса турель включить, а то они загрязнут на других. И будет довольно-таки плохо. Так, все уже знают, как работать. Все сначала убивают вокруг, а потом уже на босса агрятся. Да, уже все понимают, как нужно играть. Так что вообще круто. Так, давайте уже подыхайте. Реально. Еще пол хп. Там уже на босса турель включили. Так, все, умерли. Так, турель почему-то назад заагрелась. Так, все, можно теперь включить в турели и посмотреть, как они его уничтожат. Так, включаем и этот. Все, пошла игра. Так, давайте это немного назад отнесем. Если он сломает снизу фундамент, то все сломается. Также и с домом. Если снизу фундамент сломать, то весь каркас, весь дом, все, что на нем стоит, сломается. Так что не стоит здесь делать второй этаж для отбивания волны. И в общем стоит делать, как я, сделать отдельное поле, где можно отбивать волну. Так, все стоять возле босса, ждут, когда он умрет. Так, какие-то странные он движения делает. Так, с хп уже довольно-таки неплохо ушло. Так, странно он все же почему-то не подошел. Так, ну, слишком уж хорошо его убивает турель. Так, нет, он загрелся на турель. Смотрите, турель блин. Да, я так и знал, что он загрелся на турель. Единственный босс агрится на турели иногда. Довольно-таки печально. Так, опять убили нашего. Мы же сами. Ну, поднять он его не сможет. Если, конечно, с Тимми сам не уйдет, но все же здесь нету смысла понимать. Хотя здесь уже есть смысл понимать. Здесь можно босса добивать. Так, с турели у нас патроны что ли закончились? Вроде бы там много было. Давайте посмотрим. Так, она закрыта почему-то. Давайте включим ее. Так, нет, у нее, походу, у нее не закончились патроны. Так, это довольно-таки... Я не знаю, вроде бы еще не упал хп у волн. Они все же становятся сильнее. Либо они остановились на одном уровне. Я не знаю точно. Но босса все равно уже турели легко убить. Особенно с этой турели ее намного легче убить. Его. Так, с босса убили. Все, дроп у нас упало. Так, все. И у нас даже по времени у нас ушло где-то около 10 или 15 минут. Ну, плюс-минус там еще 5 минут. Ну, где-то 13 минут ушло, да. Думаю, это довольно-таки хорошо. Отличие от прошлой игры, где я из-за полчаса не смог убить босса. Мне не хватило совсем немного. Там максимум еще минуту-две я бы убил босса. Ну, думаю, больше такого не повторится. Будем каждую волну отбивать, независимо от какой силы будут они на нас нападать. Так, и по традиции мы должны поймать дроп на голову. Мне один раз убила на тиммета. Так, вот, затолкнула нас под текстуру. Так, лут у нас не было особого, кроме топора. Ну и чё. Нам не жалко, надеюсь, хотя бы лот будет достойный. Хотя особо проблем не было, на самом деле очень легко, на изи просто отбили волну, было даже весело. Так, все хотят сломать ящик. Так, выпал нам шумогласитель, УЗИ, дробаш, торка. Ну, самое главное, микросхеме нам нужно сейчас, мы будем прокачивать максимально парковку. Ну, лот хороший. Не скажу, что она самая плохая, все же какой-никакой лот. Самое главное, что мы отбили всем вместе волну. Мне очень сильно понравилось с ним играть. Надеюсь, вам тоже этот ролик понравился. Всем огромное спасибо, что досмотрели, и всем пока.